Приветствую зрителей моего канала. Сегодня на распаковке очередная посылка из магазина F-магазин и еще одна блесна от фирмы Герман и тоже в незацепляющемся варианте. Конструкция аналогична предыдущим, блесна традиционная. Это традиционно неплохо сделано, но конструкция незацепляйки вызывает сомнения. Это огромный двойник с системой, которая должна защищать от зацепа. Давайте взглянем на нее. Так. Там налипла трава даже какая-то. Так, блесна, некое подобие блесны Куусамо, профессор. Внешне очень похоже. Единственное, что я не помню, что по Куусамо было нанесено рельефное изображение чешуи. Ну, в нашем случае интереснее смотрится. Бусинка присутствует, но Куусамо, насколько я знаю, должна она быть стеклянной. Здесь же она пластиковая на обычной проволочной скобе. Ну, не выскакивает. Выглядит нарядно, интересно, пусть будет. На внутренней части блесны присутствует логотип производителя и указан вес 15 грамм. Фурнитура вполне соразмерна, а вот двойник довольно крупный. Даже если широкой части мы более-менее соответствует, можно было чуть поменьше. То есть если традиционно тройник или двойник, в общем, крючок колебалки должен соответствовать ширине самой широкой части блесны, здесь, пожалуй, с запасом. В расчете на крупную рыбу, видимо. Фирма-производитель заявляет, что эти двойники выпустила фирма Мустад. Не уверен, что это так. Крючки в целом острые, но можно их и подправить слегка надфилем. Конструкция, которая должна защищать двойники от зацепа, выглядит следующим образом. В упаковке она сложенном виде, в транспортировочном виде. Перед использованием желательно усы стальные развести несколько шире и выше двойников. Так вот это будет сверху смотреться и сбоку. Соответственно, когда у вас там получается, что идет какая-то преграда, есть хоть какая-то надежда или вероятность, что эти усы отведут ее в сторону от жала крючка. Ну и в качестве дополнительной какой-то там опции, бонуса и точки прицеливания, оранжевая вот эта пластмассовая заливка, крепление сойдет. Так, ну, никто не мешает вас снастить, например, чем-то еще. Этот двойник, длинное тело позволяет добавить сюда все, что вы хотите. Так, давайте магнит проверим. Соответственно, магнитится черный металл. Опять же, если сделано хорошо и не лежит неделю в воде, вряд ли заржавеет. Давайте взвесим, сколько блесна весит. Напомню, что есть указание на упаковке 15 грамм. И на теле блесны тоже имеется указанный вес 15 грамм. Так. грамм. Ну, с учетом фурнитуры все довольно точно. В отличие от некоторых других блесен от Герман, здесь с весом не ошиблись. Классическая форма, относительно неплохое качество изготовления. В качестве блесны разведчика в закоряженных местах должна подойти отлично. Если конструкция спасет хотя бы от половины зацепов, то покупка такой блесны, несомненно, оправдана. Ну и осенью, кроме джига, напоминаю, вполне можно ловить на колебалке. Это довольно неплохой, хотя достаточно сейчас, вернее, недостаточно популярный на данный момент способ ловли на спиннинг. Не забывайте, что колебалки вполне рабочие и хорошие приманки. Те, кто смотрел распаковку, ставьте лайки, дизлайки и подписывайтесь. Приветствую зрителей моего канала. Сегодня на распаковке очередная посылка из магазина F-магазин и еще одна блесна от фирмы Герман и тоже в незацепляющемся варианте. Конструкция аналогична предыдущим, блесна традиционная. Это традиционно неплохо сделано, но конструкция незацепляйки вызывает сомнения. Это огромный двойник с системой, которая должна защищать от зацепа. Давайте взглянем на нее. Так, там налипла трава даже какая-то. Так, блесна, некое подобие блесны Куусамо, профессор. Внешне очень похоже. Единственное, что я не помню, что по Куусамо было нанесено рельефное изображение чешуи. Ну, в нашем случае интереснее смотрится. Бусинка присутствует, но Куусамо, насколько я знаю, должна она быть стеклянной. Здесь же она пластиковая на обычной
проволочной скобе, но не выскакивает. Выглядит нарядно, интересно, пусть будет. На внутренней части блесны присутствует логотип производителя и указан вес 15 грамм. Фурнитура вполне соразмерна, а вот двойник довольно крупный. Даже если широкой части мы более-менее соответствует, можно было чуть поменьше. То есть если традиционно тройник или двойник, в общем, крючок колебалки должен соответствовать ширине самой широкой части блесны, здесь, пожалуй, с запасом. В расчете на крупную рыбу, видимо. Фирма-производитель заявляет, что эти двойники выпустила фирма Мустад. Не уверен, что это так. Крючки в целом острые, но можно их и подправить слегка надфилем. Конструкция, которая должна защищать двойники от зацепа, выглядит следующим образом. В упаковке она в сложенном виде, в транспортировочном виде. Перед использованием желательно усы стальные развести несколько шире и выше двойников. Так вот это будет сверху смотреться и сбоку. Соответственно, когда у вас там получается, что идет какая-то преграда, есть хоть какая-то надежда или вероятность, что эти усы отведут ее в сторону от жала крючка. Ну и в качестве дополнительной какой-то там опции, бонуса и точки прицеливания оранжевая вот эта пластмассовая заливка, крепление сойдет. Так, ну никто не мешает вас дооснастить, например, чем-то еще. Этот двойник, длинное тело позволяет добавить сюда все, что вы хотите. Так, давайте магнит проверим. Соответственно, магнитится черный металл. Опять же, если сделано хорошо и не лежит неделю в воде, вряд ли заржавеет. Давайте взвесим, сколько блесна весит. Напомню, что есть указание на упаковке 15 грамм. И на теле блесны тоже имеется указанный вес 15 грамм. Так. грамм. Ну, с учетом фурнитуры все довольно точно. В отличие от некоторых других блесен от Герман, здесь с весом не ошиблись. Классическая форма, относительно неплохое качество изготовления. В качестве блесны разведчика в закоряженных местах должна подойти отлично. Если конструкция спасет хотя бы от половины зацепов, то покупка такой блесны, несомненно, оправдана. Ну и осенью, кроме джига, напоминаю, вполне можно ловить на колебалке. Это довольно неплохой, хотя достаточно сейчас, вернее, недостаточно популярный на данный момент способ ловли на спиннинг. Не забывайте, что колебалки вполне рабочие и хорошие приманки. Те, кто смотрел распаковку, ставьте лайки, дизлайки и подписывайтесь.